В Химках обсудили перспективы развития фехтования в Подмосковье. Это плановое совещание, оно проводится два раза в год. На нем подвели итоги 2013-2014 годов. Во встрече приняли участие тренеры, представители областной федерации, а также президент федерации и глава округа Олег Шахов. В этом году впервые в истории на чемпионате России сборная области стала лидером в общекомандном зачете. И немалый вклад в это внесли химчане. Ежегодно они завоевывают порядка 200 медалей на соревнованиях различного уровня. Сейчас округ является одним из городов-лидеров в развитии этого вида спорта в регионе. Мы работаем над тем, чтобы улучшать материально-техническую базу. Сейчас мы говорим о том, чтобы выделить спортзал или помещение для того, чтобы организовать еще несколько дорожек для фехтования, чтобы можно было и тренироваться, и, соответственно, проводить соревнования. На встрече также обсудили проблему перехода спортсменов из одного клуба в другой. Чтобы правильно осуществить переход спортсмена из одной организации в другую, мы и обсуждаем правила, где учитываются интересы первого тренера, первой организации и последующие, в общем-то, и зачетные, и материальные блага для всех участников. Сейчас у спортсменов напряженный период. Начинается предолимпийский сезон и отбор в национальную сборную на игры 2016 года. И у химчан есть все шансы попасть в команду.